Dobrze, zatem robimy dane dalej. Robimy przeszukać. Znaczy, robimy, co my robimy? Inwigilację? Nie. Nie będę wracał do swoich spraw. Bratwa! Znaczy! Padła, bla! No i tyle w temacie. Zjechać Will też nie zamierzam. Tylko tu coś jest. Pieseł. Biedny pieseł. Aha, po skafandry ja tu jestem, okej. Сэм Коллан, костюмы у меня. Отлично, Сэм. Встречаемся у штаба флота. Как понял? Все окей. У штаба флота. Конец связи. Что они замерзают забить? Окей. I tu się przyda noktowizy. A, ulepszona maska. Co ta maska mi daje? To o wydłużonym działaniu, no to... No to tak. В черемочке живет. Чтобы он был там. Ну. Вон он, наверху! Канатки лезет! Воу. Не пущать!
Wow, ale ścina. Wow, ale pocięło. Ja nie mogę, ale tam ścina. Wali его, wali! Dobra. Jak się chce się bawić? I co jest? Aha, okej. Muszę jeszcze wyżej. Wow, jak jestem wyżej, to strasznie ścina. Przez te, nie wiem, efekty, że tak to powiem. Ale wcześniej tak nie było. O, tu już jest ok, ale tam... Boże, klatki spadły perfidnie, jakoś jak tam patrzę. No dobra, zjeżdżamy stąd. Gdzieś tu są miny. Dobra, to pójdę tam. Czy coś tam jeszcze było ciekawego niby? Nie. Okej, kminie, już też pamiętam, co tu się jedna rzecz działa. Sobie zmienię kolimatorowy, bo tak się przyda. I tu coś. Tłumik niech zostanie. Magazynek. Okej, stwórzmy tą jedną apteczkę. I jest cacy. Właśnie. To jest ten sam chyba, który stracił akurat teraz stracił skrzydełka. Jakoś się uwolnił. Jest. Aha, radioaktywny deszcz. Okay.
Эй. Już niech skończy się, no bo ile można. Tylko nie daj za wygraną. Dobra, chyba go mamy. Muszę się jakoś schować przed tym deszczem. Albo już nie. Albo i tak. Muszę tędy przejść. Iść rozwilos! Myślałem, że coś tu będzie ciekawego. Nie bardzo. Uciekam stąd. Czekajcie, to było coś ciekawego? Właśnie chyba tutaj jest coś ciekawego. Ładna pani jest. Okej. Radior w dziela. Więc mamy... Дневник наблюдений, дальний пост, важно. Видим бывшего капитана, вооружен, движется на восток. А нас не подозревают, сообщили на базу. Ждем группу захвата. Да на кой нам группа? Уйдет же! Действовать надо. Сейчас ты слева, я справа, берем его тепленького. Дом четко сказал, самим не действовать, ждать группу. Дом, дом. Ты без этого трепача скоро и жопу подтереть не сможешь. Он же не рассказал конкретно, как, что делать. Надо было Клима вызвать, он бы по делу приказал. А это только и может, что языком молоть. Ну да, Клим твой любимый, он по делу скомандовал. Хватай его как хошь, не возьмешь, голову сниму и удачи. Капитан, он мужик непростой, тертый. Уйдет отвечать, ты будешь? Сыкло ты просто, вот что.
И ты, Том твой. Чтобы жить красиво, рисковать нужно. Ага. Как только оно выходит, что Клим твой под Томом ходит, а ты подо мной. Но это еще посмотрим. Что ты посмотришь? За капитаном следи, дубина. Упустишь, я тебе устрою, посмотрит он. Запись только из-за тебя запорол. Co, coś jeszcze? A nie. A, okej. Zwala mi ten mina jest gdzieś tu. Dobra. Okej. Tutaj? Ed, Sam again. Ja na mieście. Принято, Эд. Конец связи. Шик. No już jest, okej. Кстати, спасибо, что ловушки зарядил. Ты как ушел, мутанты как полезли, целая стая. Еле ушел. Без ловушки даже не знаю, как справился бы. Рад, что помог. Твой костюм, Эд. Спасибо, сейчас я его нацеплю. Подержи-ка, я мигом. Как он там? А, вспомнил. Ха, ну вот, в норматив уложился. Ну как, готов отправиться в логово зверя? Всегда готов. Как пойдем? До самой цели можно добраться по воде. Подъездной туннель полузатоплен. Правда, там надо открыть несколько ворот, так что у входа придется разделиться. Держи план. Тут обозначено все, что я знаю. Внизу погрузимся, поднимешься на борт и рванем на выход. Пойдем с ветерком по морскому туннелю. Ясно. Чего ждать по дороге? Электропауков. Чего-чего? Здоровенные пауки накапливают заряд и потом бьются током. Еще лампы тушат, моторы отключают. Хорошо, если паука прогнать или убить, все обратно включается. Убить их сложно. Разве только зажигательными работать? Спасибо за информацию. Только новых здоровенных пауков мне и не хватало. Пожалуйста. Ну, Сэм, приехали. Видишь ворота? Нам туда. Прежде всего надо врубить аварийное питание со щитка в караулке. Для света и электрозамков его хватит. Но для остального придется запускать генераторы. Значит, я запускаю генератор и грузим топливо и уходим? Точно так. Ну, высаживайся и с Богом. Удачи. Отлично, сэр. Свет есть? Теперь давай в генераторную. Без основного питания нам здесь делать нечего. Понял. Вот же... Что-то...
Кристиан Бист. Сэр, ты как, живой? I'm fine! Вот этот как раз электрик и был, запомнил? Таких убивай в первую очередь! Got it, спасибо! Окей. Я ж говорил, что без генераторов не выйдет! Попробовать стоило! Концевне шкло. Може, них застануть на фильтри. І в сумі, може... Них латавка бенде на той момент. Чи там де вийде? Ні. I could use this. A gdzieś to one są. Wytworzę pole elektromagnetyczne chyba. Келли, говорю, надо было взять. Точно, пригодились бы. Я в генератор рум. Отлично. Теперь ищи главный рубильник. Понял. Ну, тут.
спускать на лифте. Внизу иди к главному каналу. Топливо там. Амуниция. Амуниция. Pająki. Aha, okej. Эх, пауки как забегали. Недовольны, что ты свет включил. Ничего, пусть привыкают. Откуда они вообще взялись такие электрические? Место проклятое. Вообще с такой радиацией данной аномалии имеет неудивительно. Это точно. Отсюда уже рукой подать. В соседней комнате должен быть выход в главный канал. Иди туда, я пока попробую забраться на этот кран. Not bad. Dobra. Myślę, że tu będzie za z grubo, więc na ten moment sobie zakończę. Także dzięki serdecznie za uwagę. No i do zobaczenia. Trzymaj się, cześć, pa pa.